Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Егорская, я из Минска, из Беларуси. У нас этот фитиверон недавно совсем, но, вы знаете, результаты просто потрясающие, даже, наверное, немножко неожиданные. Первое знакомство я начала с того, что у меня моя постоянная потребительница позвонила, сказала, ты знаешь, говорит, у меня признаков нет, но у меня обнаружили ковид, высокоточный анализ корейский, и говорит, у тебя чудо-продукт, я сразу заказываю. Мы заказали фитоберон, и нас звонит, говорит, у меня, говорит, результаты, говорит, потрясающие. На четвертый день у нее сделали анализ, она работает в спорткомитете, там просто, ну, постоянно это делали. И, говорит, на четвертый день у меня все пришло в норму. И, говорит, такой был результат интересный, когда я пила, а там просто, говорит, внутри как будто все начало гореть. Такой, говорит, как жар появился в какой-то день. Вот, и все, говорит, энергия просто зашкаливает. В общем, ее на пятый день, на шестой отправили на работу, потому что все было подтверждено. Это документ, у меня есть документы, это документально. Второй результат был. У нас один такой тоже, один из потребителей, профессор, очень умный, ни во что не верил, но говорит, я ваши продукты не нужно потребляю. Но когда после он вышел после короны, он отболел очень тяжело. И получилось, что, ну, вот предложи ему, говорю, потому что он еле ходил, он говорит, хорошо, попробуй. Вы знаете что, на пятый день он сам позвонил, говорит, мы встретились, он танцевал, вот показал, танцевал, говорит, чечетку, говорит. Это, говорит, невероятный продукт, говорит, чтобы настолько быстро восстановил иммунитет, вот, и самочувствие. Вот он говорит, я пил только, он пил тогда только вот, водичку нашу коралловую и фитоверон, вот. И еще один результат, это вообще потрясающе. Одна из наших моих коллег, получается, вот в Coral Club, невропатолог со стажем 50 лет, очень человек компетентный, рассказала мне про себя историю. Оказывается, она подняла что-то тяжелое, и у нее защемил седалищный нерв. Если хоть кто-нибудь знает, что это такое, это невероятная боль, обычно эту боль убирает только блокады в больнице. И она сказала, что ровно 20 лет назад, мне, говорит, так и делали, меня обкалывали. И она говорит, тут у меня, говорит, вот привезли мне фитоверон, и она выпила, ну там такая мерная рюмочка, говорит, знаешь, стала боль постепенно утихать. Говорит, к вечеру она практически прошла, говорит, я не знаю, говорит, за все 50 лет моей практики я такого не встречала, говорит. На следующий день, говорит, я уже стала передвигаться по дому. На пятый день мы с ней встретили в офисе, она уже носилась, вот ей 67 лет, она носилась просто полной энергии жизни. И вот, честно говоря, вот эту всю бутылку показывала и говорила, что настолько невероятного и неожиданного результата, говорит, просто не ожидала. И она говорит, что очень рекомендую всем, потому что, говорит, это просто помогает всему организму полностью восстановиться, поддерживать, ну и жить долго и счастливо. Вот такие вот неожиданные. Наталья, спасибо огромное. Это действительно такое, знаете, есть такие благие вести, и вот еще раз хочу сказать, насколько вот ученые, нам помогают, насколько им приходит, вот, приходит нужная информация в нужное время, насколько они несут ее в мир, и вот прям очень, я очень благодарна им за то, что они это все делают, и то, что делятся, еще раз хочу вам показать, как это выглядит. И тут у него есть таких две методики приема. Можно выпивать его просто как экстракт, а можно прям брать, немножечко разводить водички. Вот сейчас покажу, чтобы всем было видно, понятно. Вот, вот такого цвета прекрасного. И его пить. И получаешь действительно энергию. Вот ощущение вот этих вот трав, того, что ты прям, не знаю, на лугу на каком-то. Вот просто бесподобное. Поэтому вот за ваше здоровье фитоверончик. Так.